Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить игру под названием Panew Drive. И как вы помните, в предыдущей серии мы с вами нашли записку, по-моему, на первом этаже, и наш главный герой решил прилечь, отдохнуть, то есть решил поспать, и... Я не понимаю, он вообще здоровый человек? Он в своем уме? Как можно вообще лечь спать в этом довольно-таки жутком особняке? Я думаю, здоровый человек здесь ни в коем случае не ляжет спать. А наш главный герой все-таки спокойно здесь поспал и вроде бы нормально себя чувствует. Итак, получается, мы начинаем выживать второй день. Напоминаю вам, надо нам прожить здесь 30 дней. Я вообще, я офигеваю, как можно прожить здесь 30 дней? Явно у нашего главного героя стальные яйца. Дверь заперта. По-моему, в предыдущей серии я эту дверь открывал. Неужели пока я тут спал, тут кто-то поменял замки? Эй, алло. Вы это, так не дурите, а? Неужели, правда, тут замки поменяли? Так, как я помню, в предыдущей серии мы вот тут взяли фонарь. Но... У нас, кстати, мало батареек. У нас всего лишь одна в запасе батарейка. Фу, блин... Начинаем опять обсираться, твою налево. Мне уже сыкотно. Нереально, почему повсюду двери закрыты? Кто, блин, замки поменял? То есть пока что мы спали. Тихо. Тут шкафы двигай. То есть пока мы спали, кто-то потихонечку на каждой двери менял замки. Обалдеть. Тихо, часы. Какая жуткая картина, увидите? Фух, жуть. Давай сюда зайдем. Чё, вы хотите сказать, за окном уже темнеет? Чё получается, наш главный герой весь день проспал? Ох, дебил. Ну, правильно, чё, надо днем спать, а ночью обсираться сходить. Молодец. Опа. Ключ. Нифига не видно. Не знаю, как вы будете на видео это видеть, но я совершенно не вижу. Ну, так более-менее светлее. Так, мы нашли ключ. Теперь надо бы понять, от какой он двери. Тут ведь замки повсюду поменяли. Поджигайся ты. Тихо. Что за фигня? Тут шкафы двигает опять. Так, спички нам нужны. Батарейки. Их тут не было, я точно помню. В предыдущей серии тут не было батареек. То есть, явно, пока мы спали, тут кто-то ходил, менял замки. Заново... Ключи. Раскидывал. И еще и батареечки нам. Любезно. Положил. Кто вот, интересно, только это делает? Блин, я нифига не вижу. Включи свет. Еще и стрёмно, реально. Нихрена себе. У тебя глаза, видимо, она что-то такое нехорошее видела. Дверь заперта. Так, давай вставлю батарейку. Вообще нифига не видно, а? Хрена нету. Ни батареек, ни ключей. Ёпта. Кто тут по пианино долбанул? Признавайся, это ты? Угорает, сидит, блин.
У меня аж мурашки по телу пробежали. Так, выруби фонарь, надо экономить. Кот какой-то сидит. Так, ну тут по-любому где-то должен быть ключ. О, сигары не хочешь выкурить, а? Тебе сейчас не помешало бы. А, тут свет можно включить. Я забываю про это. Хотя толку мало, тут все равно темно. Тут нет никаких ключей. Тут по пианино долбанул, а толку мало. Блин, насколько быстро заканчиваются батарейки, а? Почему все время, блин, в хоррорах главным героям попадаются китайские батарейки? Я вообще не понимаю, так тут мы были. Нет бы какие-нибудь там поддержанные, там, Duracell использовать. Нет, он китайский использует. Который, блин... Получается, насколько они? Чё было? Кто это псыкнул? Ты мне это не псыкай, я тебя фонариком отоварю. Ёпта. Я аж обосрался. Кто-то сзади так со спины мне. Пс, парень. Чё ты тут ходишь? Чё ищешь? Чё ты тут ищешь? Чё так стрёмно-то, ё-моё. Кстати, напомню вам. Я играю ночью. Я соблюдаю правила хорроров. И надеюсь, вы смотрите ночью. И также... Как и обсираетесь. Кто-то ходит. Вот я стою, и кто-то ходит. Ебаная мать. Опа, что-то я открыл. Да что ж заряд заканчивается все время, а? Включи свет. Ленин, здорово. Ключ. Так, Ленин, больше тут ничего нету, а? Не, я смог, кстати, спокойно. Вы видели? Ленин, ты чё дуришь? Я отчетливо видел, как он повернул голову. Вот отвечаю. Отмотайте и внимательно приглядитесь. Он повернул голову. Обалдеть. Здесь все живое какое-то. Так, тут мы спим. Тут ключ. Нужен другой. У меня два ключа. Каким бы дверям он? Я не понимаю. Может, к этой? Нет, значит, внизу, блин. Ох, страху, ребятки, вы бы знали. Еще ангел сраный смотрит на меня. Тут была дверь, кстати, я помню. Но она закрыта. Так, нет, надо, кстати, перестать пользоваться фонарем. Да кто свет врубает? Я вроде включал здесь свет, кто-то выключает его. Что это за звук? Как будто с НЛО пролетело. Да кто-то опять мебель двигает. Кто ж там ходит? Тут я был. А во, нашел. Куда надо использовать ключ? Чё-чё-чё, не дурите. У вас уже есть 10 спичек. Ну сейчас... Используем куда-нибудь спички. Твой налево. Два выключателя. Что за гастарбайтеры тут эти выключатели делали? Батарейки. Бери. Какие здесь жуткие картины. Даже смотреть на них не хочется. Череп. Вот какой здоровый человек будет у себя в доме иметь череп? Ну... Не считая готов, допустим. Так, и тут письмецо, и, как я понимаю, на этом наш второй день заканчивается. Этот был прекрасный день на море. А ночью нас разбудил какой-то шум, однако я не смог найти его источник. Фух, что вот эти записки значит? Я не понимаю. То есть нам постепенно, каждым днем, видимо, раскрывают весь сюжет, что здесь произошло.
Не, второй день, кстати, весьма спокойный. Хотя, не скажи, кто-то ходил, кто-то по пианино долбанул разочек. Да кто ж двери закрывает, опять замки меняют. Что ж за нелюди, а? Так, тут мы были. Что-то не надо мне так пугать этими звуками. И сейчас, как я понимаю, да, за окном светло, то есть сейчас, по идее, темнеет. Наш главный герой действительно больной на голову. Он спит ночью и к вечеру встает и думает, почему бы вот мне не встать и ночью бы не погулять по особняку. Это ж хорошая идея. Нет бы реально ночью спать, если уж на то пошло. Хотя я ни в какую бы здесь спать не лег, если бы я был бы на его месте. Да и я уверен, вы, дорогие друзья, не стали бы в таком особняке спать. Но если уж на то пошло, то ну спал бы ты ночью тогда. Чтобы днем спокойно можно было ходить, не обсираться ничего. Так нет, он думает, надо пообсираться, походить. Ладно, нашему главному герою виднее. Не, пока что все без изменений. Все по-старому. Обоих тут ободрал. Или это так было? Так, а куда же мне идти? Теперь. Я понял, что у меня есть 10 спичек. Кстати, вот днем, мадам, вы не кривогласьте мне тут. Не надо мне вращать тут и строить глазки. Вот днем, честно говоря, чуть за окном. А, это какая-то хрень. Днем почему-то провисает FPS. Не знаю, заметно ли вам будет на видео, но я чувствительно прям чувствую, что где-то до десятки просаживается FPS. И все. Может, тут дверь? Что за фигня? Твою налево! Где дверь? Меня замуровали. Я так и думал, что здесь гастарбайтеры живут. То есть они меня взяли и замуровали. А что я должен сделать здесь? Чуть не стрёмно, ребят. А, фонарь потух. Что происходит? Что такое? Ты что моргает-то? Блядь! Ёб твою! Сраная тетка! Как она из картины-то вылезла? Блин, ключ мне принесла. Как я ненавижу этот дом. Хорошо, что подо мной тазик был. А вы взяли тазик перед просмотром, а? Потому что я обосрался. Чтобы штаны не пачкать, вот лучше, конечно, всегда иметь тазик. Ух, я обосрался, ребята. Эти гастарбайтеры сраные замуровали мне еще. Да и дура эта пришла. Так, ладно, хорошо, мы нашли ключ. Теперь надо додуматься, от какой двери. Хорош, это, смотреть на меня. Так, ну тут мы были. Вот это, по-моему, дверь закрыта. Нет, тоже, да что ж так темно-то, а? Ни хрена не вижу. Включи свет. Во! Нашел дверь. Скрипки повсюду тут. Гитара. Какая-то музыкальная комната. Пианино. Блин, чё ж так тут темно? Нифига не вижу. На гитаре не хочешь сыграть? О, батарейки, это хорошо. Ключ.
Ключ, это хорошо, но я сомневаюсь, что он от этой двери. И нет, включи, не дури. Что это такое? Спички. Да, он явно не от этой двери. Все, вроде бы здесь больше ничего нету. Опа. Бетховен, что ли, если не ошибаюсь. Кстати, Бетховен был глухим, по-моему. Так что, Бетховен, ты это, не дури. Ты это, глазами не дергай, как вот тут все делают. Так, мы нашли ключ. Еще один. А теперь вопрос. От какой это двери ключ? Во! Тихо. Что за звук? Там подъем наверх еще куда-то. На третий этаж. Тут третий этаж есть, обалдеть. Реально особняк какой огромный, вы поглядите. Телефон. Позвони. Позвони кому-нибудь. У тебя по-любому есть родственники, там, не знаю, или какой-нибудь там МЧС 02. Скажи, что тут жопа. Тут жить нереально. Ух, ёпт. Эйнштейн какой-то. Ну, женщина Эйнштейна, очень похожа на Эйнштейна. Че это было? Тут на нижних этажах бесоебит, бегает. Да, это третий этаж. И письмецо. Прошлой ночью я снова слышал шум, и снова я не мог выяснить его причину. А тебя не смущает, что на твоих глазах пропала дверь? Появилась стена, и к тебе дама из картины пришла, принесла ключ. Тебя это не смущает, товарищ? Давайте еще один денек, и я думаю, на сегодня хватит. Потому что все-таки у меня нервы не стальные, надо отдыхать от таких игр. И сами понимаете, с каждым днем будет все страшнее и страшнее. Кто же всю дорогу свет вырубает? Так, ага, это значит подъем на третий этаж. Но там дверь. А, да, там дверь была. Может, она, кстати... открыта? Да, попробуем. Нет, дверь заперта, найдите подходящий ключ. Гляньте, как резко темнеет. Он прям специально, наверное, под закат спит, наш главный герой. Прям будильник себе ставит и... спит. В летнее время, получается, под закат это где он? Где-то до 10, получается, он спит вечера. И встает и такой, о, пора обсираться. Так, тут мы спали. С одной стороны, я уж быстрее хочу, чтобы наступила ночь, чтобы... Чё такое? Чё мне этой музыкой пугаете? Как будто что-то происходит. Так, Ленин на месте. Здорово, Бетховен. Чё это там за окном? Сено какое-то или чё это? Вообще, не хочу смотреть за окно. Бетховен, ты это прекращай. Смотреть на меня. Что это было? Бетховен? Ты что там, на клавишу нажал, что ли? Да прекращай. Оля, Фит играет втихаря там. По одной ноте нажимает. Нифига не вижу. Все, тьма начинается. Ни хрена не видно. Фу, как мне эти ангелы. Вы это видите? Там... тень девушки была. Ой, и похоже, девушка с ребенком была. Ну или мне показалось. Ого, все, FPS стабильно вновь. Как ночь наступила, так все замечательно. Да блин, где же новый ключ? Куда его положили?
С батарейками все плохо. Погоди, а Ленин не тут был случаем? А то Ленин пропал. Может, это, реально решил в мавзолей вернуться. Или где он там лежит? Включи ты. Не, в такие игры ночью вообще противопоказано играть мне. Реально, я ж с ума сойду. Возьми, выкури сигару, а. И мне легче станет, и тебе. Где же ключ твой налил? Лево, я уже сговариваюсь. Потому что мне страшно. Все, фонарь гаснет. Твой налево, а. Наверх. Ну вы это. Ух ты. Я думал, это кто-то включил, это не. Не, вроде все нормально. Кто-нибудь мне уже ключ сегодня принесет, а? Может, на этот раз. На третьем этаже что-нибудь происходит. Ну, может, тут дверь откроется теперь. Нет. Найдите подходящий ключ, а у меня его нету. Да включи ты свет. Эйнштейн, может ты ключ мне дашь или подскажешь, где этот ключ находится? Чё-то на этот день хозяин этого дома ничего не продумал, то он мне все время это, замки тут менял. Сейчас он перестал менять замки, как я вижу. Перестал ключи раскладывать. Батарейки перестал мне приносить. Откуда мне, кстати, брать батарейки, я вообще не знаю. Что? В дом звонит кто-то? Да ладно. Ой, у меня мурашки. Это девушка, что ли, какая-то? Извините, я... Девушка по вызову не вызывал. И шлюх тоже. Это одна халва, одно и то же. Настучится. Девушка, вы ошиблись номером, я не вызывал шлюху. Не номером, а вернее домом. Девушка. Уходите, прошу. О, она ключ мне принесла. Неплохая такая женщина. А чё она приходила? Ну, ключ вот принести мне, видимо. Кто-то послал мне шлюху. Ну, я не вызывал явно. Вы сами видели. Наш главный герой никуда не звонит, ничего не делает. Так, надо теперь понять, от какой двери... Точно, я знаю, от какой двери. Наверное, скорее всего, от третьего этажа. А как нам на третий этаж подняться-то, а? Тут? Да, все правильно. Во, угадал. У нас есть еще один ключ, но он до сих пор никуда его не использует. Все, заряд закончился. Последнюю батарейку использовал. Твою налево. Тут ходит. Твою налево, дверь заперта, найдите подходящий ключ. Вот тебе ключ. И батарейки, замечательно. Лево, второй телефон. Твою налево. Может, этот ключ был от вот этой двери? Да, отлично. Ничего себе, какая огромная комната. Винцо, не хочешь выпить? Расслабиться. Я бы на твоем месте выпил, потому что тут жопа какая-то полная.
О, тут... О, это записка. Все, на этом наш четвертый день заканчивается. Батарейки еще. Замечательно. Фу. Линда уверена, что еще вчера мебель стояла иначе. Думаю, ей просто кажется. Да нифига подобного. Ты что, глухой, что ли? Я даже слышу, что кто-то в квартире у тебя двигает мебель или вывозит эту мебель. В общем, странный дом. И на этом, я думаю, пора нам с вами закончить. Как видите, с каждым днем становится все страшнее и страшнее. Вот на третий день сначала баба какая-то с картины выпрыгнула, на четвертый шлюха какая-то по вызову к нам приехала, которую мы не вызывали. Ну, видимо, ошиблась дома. Все бывает. Посмотрим, что будет на пятый день в следующей серии. Пока я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и всем удачи. Всем пока.